Мы находимся в Пермской галерее. И сейчас посмотрим. Да, итак, заходим в портретный зал. Thank you.
Бегство Григория Отрепьева. Васнецов, гусляры. Куинджи, Эльбрус. Куинджи, море, Крым. Попов, ходоки на новые места. Не ошибка. Я специально стер лица. Пермская галерея была создана в храме, в церкви, в центральной церкви города Перми, которая существовала еще до революции. Вот это алтарь, древний алтарь. Пришли в зал икон, древних православных икон. Эрзацы древние, эрзацы. Что?
что-то типа наивного искусства. Ну и главная фишка Пермской галереи – это древние деревянные скульптуры. Очень высокие, да? Деревянное зодчество, известное во всем мире. Все эти фигуры выполнены из дерева. Thank you.
Всем привет еще раз. Мы пришли к фонтану нашему новому. Как-то я его уже снимал. Мы решили еще раз прогуляться с Кириллом. Покажу вам еще раз его. Вот такой вот фонтанчик у нас. Где тут у нас Кирилл? Где-то бегает, пока не вижу. Кирюшка! Ай, хороший был. Ай, побежали, побежали. Нравится тебе тут? Не нравится? Почему? Это тебе. У нас в Перми сегодня достаточно прохладно для лета. Где-то примерно градусов 19. Вода, естественно, из фонтана бьет холодная. Никто ее, конечно же, не подогревает. Но дети носятся с удовольствием, с радостью. Все сырущие, одежда сырая. Детям кайф. Друзья, мы с вами находимся на ландшафтной выставке «Сады над Камой». Фестиваль. Хорошо, договорились. Итак, проходим внутрь. Показаны виды ландшафтного оформления. Интересно, кстати, посмотреть. Идем дальше. Сено, рябинка. Лавочки такие. Газоны Урала, Харитоновы. Лаванж. Деревня Стаян. Березки. Сделано вот так оформление цветов, газонов, площадки. Ну, еще не все до конца высажено. Еще продолжают оформлять, высаживать. Thank you.
вот так как-то все это выглядит. Сделана вот такая речка небольшая, родничок, прудик. Здесь что-то поп-артовское. Ходят женщины, фотографируются в поисках лучших кадров. Вот, кстати, довольно-таки интересные кустики посадки. Кирюша, ты играешь в водички? Ну, я в посаду. Кирюшка, в водички играешь? Нет. Да. Мама,